Череда последних звонков началась в городском округе Люберцы. Одними из первых со школой попрощались кадеты. В честь них в образовательном учреждении прошла торжественная линейка. На празднике побывали мои коллеги. Вот так провожают во взрослую жизнь главных героев праздника. В этом году стены кадетской школы покидают 2 11 класса. 48 человек с сегодняшнего дня уже не школьники. Очень волнительно и навевает такая легкая грустинка, потому что школьные годы позади, а хочется даже вернуться, может, как-то повторить какие-то вот моменты, знаете, вот воспоминания особенно. Поход в первый класс, да, знакомство со своим первым классным руководителем. Затем это переход уже в более взрослую жизнь, это средняя школа. Знакомство с нашей прекрасной классной руководительницей Валентиной Николаевной. В список школьных воспоминаний войдет и этот день. Последний звонок – не только праздник, но и финишная прямая перед экзаменами. Волнение перед экзаменами есть? Да, определенно. Я думаю, да, все сдадут. Настолько, насколько хотят. Но пока о главном школьном испытании можно на время забыть и принимать поздравления с очередным немаловажным этапом жизни. Эти ребята оставили добрый след в памяти нашей школы и внесли в копилку школьных достижений свою большую лепту. Замечательный выпуск в этом году. Нам, конечно, вас будет очень-очень не хватать. Позвольте от имени главы городского округа Люберцы Ружицкого Владимира Петровича поздравить вас с этим знаменательным днем. Сегодня вы прощаетесь со школы. Впереди серьезные испытания, выпускные и вступительные экзамены. Но мы уверены, что вы с ними справитесь. В добрый путь, дорогие выпускники! Поздравления и напутствия виновники торжества получили от первоклассников, а ученики постарше закружились на площади перед школой в ритме кадетского вальса. Последний звонок прозвучал и для некоторых учеников 9 классов. Из 78 человек 54 приняли решение продолжить учебу в школе. Луиза Егазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.